Здравствуйте. О погоде на следующую неделю расскажу сегодня я, Галиуллина Элеонора. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет держаться на отметке от плюс 16 до плюс 26 градусов. Ночью от плюс 6 до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 5 метров в секунду. Желаю вам хорошей недели. Пока-пока.